Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством Банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 27 декабря, и мы представляем вам ежедневный обзор рынка от MaxiForex. В понедельник основные валюты оставались во флете и торговались в пределах узких диапазонов. Доллар США завершил день с небольшим понижением на фоне тонких торгов и закрытых рынков Европы и Америки. Евро-доллар продолжал торговаться в диапазоне 1.3050-1.3080, поднявшись от цены закрытия в пятницу менее чем на 40 пунктов. Фунт ослаб до 1.5590, но впоследствии восстановился, вернувшись к дневным максимумам в районе 1.5630. Эти и другие новости, а также прогнозы по ценовой динамике валют в нашем сегодняшнем обзоре.